Вес этих рыцарских доспехов не превышает и полукилограмма, хотя с расстояния в несколько шагов они кажутся настоящими, металлическими. Команда из Ставропольского района собрала их из пластиковых бутылок. Александр Завкаев, он же Ланселот, претендует на звание короля карнавала. Репетировали выходы, настраивались. Настраиваемся на победу, только на победу. Конкурентов у Александра хватает. Кандидатов в короли и королевы выдвинули все 25 команд. Костюмы участников сделаны из материалов, которые в обычной жизни принято считать мусором. Картон, полиэтилен, пластмасса. Над моделями трудились около 1000 детей со всей области. Это молодежь, это наши дети, это подрастающее поколение. И, наверное, она сочетается с сегодняшним названием карнавала. Солнечный ветер – это энергия. Как раз энергия молодых для достижения целей по работе с экологией, по поиску альтернативных видов энергии. Это как раз дело молодых. И вовлечение молодых в экологический процесс – это очень здорово. Александр в должности рыцаря так и остался. Королем карнавала большинством голосов был выбран представитель тольяттинской команды в шикарной мантии из полиэтилена. Королевой стала самарчанка. Кульминация праздника – фееричное шествие по улицам поселка Суходол. Команды также состязались в художественном мастерстве, веселых эстафетах, презентовали свои оригинальные идеи использования альтернативных источников энергии.